Но я в другой год зашел, он мне сразу показал, что кольцо, что-то с кольцом иммобилайзера. То есть, видно, он чип не считал. А я дуру с собой не взял, потому что мне не сказал. У меня маленький приборчик, я сюда ключ сунул, раз, он сразу показывает, есть там что-то или нет. Но обычно, когда заводится и глохнет, это рассогласование какое-то. Ни хрена, он не стер эти ошибки. Попробую завестись. Всем привет! Уже будет третье видео за Fiat Долба. А это мы были на перекуре, и нам, естественно, подсунули какую-то другую машину, в данном случае Renault. А сейчас мы будем делать расклад по этому всему делу, и опять вернемся к Fiat Долба. На улице довольно-таки холодно, и стоять все время там что-то экспериментировать совершенно... Ну, неинтересно, потому что замерзаешь до костей, ничего не соображаешь. И я сейчас анализирую, начинаю это все дело. Саня попросил узнать, где датчик распредвала. Я на него так посмотрел. Ну ладно, пойду найду уж. Хоть что-то, какую-то пользу принесу сегодня. 16.13. Один, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, семнадцать. Но я могу все равно попасть этот. Там питание на трех датчиках идет. Я могу и на них попасть случайно. Ну, во всяком случае, мы увидим. То есть на трех датчиках может что-то будет. О! Это датчик атмосферы один. А почему он здесь? Ну там он не может быть. Так. Вот здесь он. То есть я взял питание, питание идет с мозгов. Вот тут он орет, Сань. Сука. Там, значит, три датчика идет. Питание, это значит атмосферы и термодатчик на этот. Сейчас. А я, Маша, у меня там компьютер. На МАФ. А у него где МАФ-то? МАФ. Что? МАФ. Это входной коллектор. Датчик атмосферы, еще, ну, еще на два датчика, то есть еще один датчик, и тогда уже идет датчик это распредвала. С то этой... Под блоком управления? Получается, да, поэтому можем его не видеть. Хорошо, давай, уже завязывай. В общем, ты не даешь мне работать. Оставляю все так, как есть, я завтра приду, сниму... Еще раз, подожди. Мозги. То есть на три датчика идет питание, то есть один провод идет сюда и еще куда-то. Идет у нас блок управления. Там нету. Залезаю. В этом жгуте нету. А отсюда есть.
А тут железо, оно не должно пробиваться, значит, там где-то. Хорошо, я завтра приду, сниму мозги. На этом, ребятки, мы разошлись. Было потрачено на эту клоунаду и диагностику один рабочий день, можно так сказать. И мы разошлись, чтобы опять встретиться после каких-то, ну, ремонтов, которые сделают сами. Вот. А сейчас мы с вами посмотрим такой момент. Залезем в базу данных и выберем Fiat Doblo 2009 года. Здесь нам представляются две модели: Fiat Doblo и Fiat Doblo Cargo. Отличаются они большим количеством стекол. То есть у Doblo, значит, в кузове, ну, в фургончике тоже имеются стекла. А у Doblo Cargo это чистый фургончик. То есть у него три стекла. Значит, пассажирское, водительское и лобовое. Чтобы было понятно, давайте посмотрим. Это Fiat Doblo. И у Fiat Doblo у нас, похоже, 4, то есть 5 мест. Да? Да. Ну, вот если так смотреть. О, даже еще тут целая куча. Ну, у нас фургончик, у нас Fiat Doblo Cargo. Поэтому мы... Итак, это возвращаемся, и у нас двигатель 1.4 350 0 A1 0 0 0 57 киловатт, R-катализатор Marelli и Valve 5.7F3. Давайте его выберем. Это двигатель 1.4. Он как бы получается у нас V. Заходим в технические данные. Тестовые значения. Что у нас такое? Doblo Cargo 1.4. 8V. Восьмиклапанный двигатель. R-катализатор. Год выпуска 2005-й. 10-й код двигателя, он такой, количество цилиндров 4, тут что-то не показывает, порядок работы 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 2, значит, зажигание не регулируется, с электронным управлением и так далее, ему подобное, свечи НГК. ZKR7A10, зазор 1 мм. Ну и вот такие тут всякие разные данные есть. Ну, пока нас это интересует. Нас интересует пункт 1.3, зубчатые ремни. Зубчатые ремни, цепи. Вот что нас интересует. Подождем, когда откроет программа нам все данные. Интервалы замены 12 миль, пробег не менее 20 тысяч километров, проверка где-то 60 тысяч километров, и на 120 тысяч замена ремня. Ну, 48 месяцев обычно меняют гораздо раньше, где-то 60-50 тысяч. Дальше смотрим. Ну, в общем, здесь все написано. Норма, часы. Дальше смотрим. Специальный инструмент. Фиксатор распределительного вала. Фиксатор звездочки распределительного вала. Фиксатор коленчатого вала. Натяжное приспособление. Значит, что у нас получилось? Значит, этот автомобиль был на обслуживании у Сани. И такое дело, что пришло время замены ремня. Он замену ремня сделал. И где-то через, ну, как бы машина выехала с автосервиса, и как-то двигатель стал жестко работать. Что там кончаться стало? Муфта это механическая или что-то еще. То есть у двигатель потерял тягу.
Вот, и как будто у него слишком раннее зажигание или слишком позднее. То есть, ну, как мы с вами видели по диагностике, можно сделать вывод, если вы посмотрите первый фильм. Ну, в этом я, ну, как бы тоже покажу в конце этого фильма. Посмотрите, как это все на самом деле. Вообще можете сравнить со своей диагностикой. Эта диагностика, про которую мы говорим, самая бюджетная. То есть она доступна для всех, и можете покупать. Как бы у нас есть видео, как ее доработать там и так далее, и тому подобное, как что устанавливать, как что прошивать. В общем, практически 100% информации на нашем канале вы можете найти. Просто многие видео ушли для спонсоров. Ну, можете стать спонсором. Я думаю, что 5 евро это ни о чем вообще. То есть многие, некоторые нам зрители пишут письмо, откройте там такое-то видео, денег нету. Но если у вас денег нету, не занимайтесь автомобилями. Ребята, те, кто занимаются автомобилями, это так же, как повара, у них всегда какие-то деньги есть на кусок хлеба. А чтобы вам повысить знания, практику, 5 евро это вообще ни о чем. Даже как бы мне стыдно об этом говорить, тем более мне стыдно просить, потому что мне никогда никто не помогал особенно. Ну, если мне помогают, я человеку тоже помогаю, а так, знаете, на дурака. Ну, в общем, здесь все написано. Если сюда нажать 2 раза, картинка еще больше становится. Можно ее распечатать, каким инструментом работать, моменты затяжки, как это делать. И так далее, и тому подобное. Мы взяли, уже загнали этот автомобиль в бокс. Начали смотреть. Ну, метки, потому что ремень-то меняется по меткам. Даже человек, если не читает это ничего, то, что вы видите перед своими глазами, то ставит какие-то метки. Метки мы не нашли, честно говоря. Двигатель находится сбоку, не вытаскивать же его. Снимать колесо там и так далее, и не видно ни черта. То есть меток мы не увидели ни зеркалом, тем более надо крутить коленчатый вал. Мы сделали так, что поставили на 3-ю скорость, поддонкратили правую сторону, сняли и колесом крутили. Тогда мы могли смотреть, есть ли там метки. Ну, человек так как-то поставил метки, что их не видно. Просто вообще не видно, а коленчатый вал он не зажал. Вот. И поставил ремень. Поэтому это, видите, уже выяснилось на второй день. То есть вот такая процедура. Ну, человеку хочется, конечно, узнать, почему не работает. Он хочет, чтобы ему прямо место показали, что нужно поменять. И тогда, в общем, как бы он... можно сказать, починил это все дело. Но суть такая, что он еще поменял вот этот клапан фазовый и плюс еще датчик распредвала. А муфта фазовращательная, она как раз работает с датчиком распредвала. То есть датчик распредвала очень легко проверить. Можно взять какой-нибудь магнит, если он не магнитится, это датчик распредвала, потому что он в основном на датчике холла. Конечно, бывает и на обычных магнитных датчиках, а датчик коленвала, он должен магнититься, то есть он должен к железу примагничиваться, к магниту и так далее. То есть очень легко можно померить его сопротивление, то есть по-любому он будет какие-то импульсы давать, если там внутри обмотка не закоротилась или не спилилась верхняя часть этого датчика. Ну, в общем, получилось, что он как бы потратили деньги на эти 2 датчика. И он говорит, что значит, старый датчик фазовращения, VVT-вай клапан этот, он работал лучше, чем новый. Ну, я не знаю, может, сейчас ширпотреб всякий делают. Ну, запчасти категории Б. Ну, это не такие большие потери, как потери, что надо опять все разбирать, опять проверять метки ГРМ. И я на 100% уверен, что он ошибся. Потому что у него... У нас получается, что вот я сейчас в дальнейшем вам покажу диагностику уже не этим прибором V3, а OBD-Link EX. Он прекрасно работает с программой Multiscan, где можно смотреть Faraday, там Dodge и все, ну вот этот
марки вот этих автомобилей родственные. И получается так, что или слишком раннее зажигание, что вот эта муфта, она не может, ну, управлять этим нормальным впрыском, потому что при холодном запуске повышенные обороты идут, как вы знаете, потом обороты успокаиваются и становится свое среднее значение там 700-750 оборотов в минуту. И здесь получается, что я сбрасываю адаптации этого VVT-Y клапана, то есть как бы все нормализуется, потом завожу двигатель, а он не заводится. На второй раз не заводится, и на третий раз, когда я нажимаю на педаль акселератора, он заводится и остается в этом положении. То есть мы осциллографом мерили положение, когда блок управления адаптировал вот это состояние механическое двигателя в более-менее нормальный режим, но мощности он уже сделать не может, потому что он не может, если у меня зажигание, скажем, если бы было бы позднее, то как бы если бы он опережение делал, то как бы еще как-то оно более лучше бы работало. Когда у меня сжигание слишком раннее, и он должен повернуть фазу, а не получается, то есть мощность не увеличивается, а назад он вообще как бы начинает глохнуть. То есть он мозги не понимает ничего, и получается такое, что у меня автомобиль ведет себя жестко такой, как будто он уже не с фазовращением, а просто вот обычный дизельный мотор. Обычный бензиновый мотор, самый примитивный. Вот так вот, значит, работает. У меня на дизеле что-то перебросило, но я в основном дизелями как бы смотрю. И вот этот момент очень простой. Если вы здесь не зажмете где-то, ну, не воспользуетесь вот этим описанием, поленитесь, потом все это вот так вот может происходить. Сейчас давайте посмотрим диагностику этого дела. Сейчас мы видим, как блок управления адаптировался по этому мотору. Видите, расчетное опережение зажигания 5 градусов. И дальше уже регулируемый. Сейчас я подключился OBD-линком к этому автомобилю по программе Multiscan. Видите, здесь можно смотреть Lancia, Chrysler, Dodge, Jeep, Suzuki там и так далее. Основные блоки: кузов, приборка, airbag, ABS, двигатель, сервис. Сейчас я выбираю наш автомобиль. Он прекрасно соединяется. Магнит Морелли, инжектор 1.4.8V. Сейчас происходит диагностика. Уже прошло 46% считывания информации. Видите, этот программа как бы на русском языке что-то тут написано, некоторые, ну, в общем, короче, с русскоязычным переводом, конечно, некоторые вещи будут чисто на английском, но мы посмотрим, как она вообще работает, сколько там можно делать активации и функции, как реальные данные показывать. И именно этой программой я адаптировал на включенном зажигании этот клапан VVT-Y, и после этого я начал заводить автомобиль, он не завелся сразу, хотя до этого он заводился сразу, но вот был в таком состоянии, что не тянул. Сейчас уже считывание информации подходит к концу, подождем. Ну, в общем, интересные дела. Видите, OBD-Link EX — это тоже неплохая вещь. И его можно использовать не только с форсканом. Вот не так давно мы купили, вернее, уже можно сказать давно, ну, с момента выпуска этого видео, мы купили второй сканер такой, китайского образца, который немного подешевле. Вот. И он считается вообще идеальным для форскана. У нас тоже видео есть.
И, наверное, мы сделаем сравнение этих двух сканеров. Так, сейчас мы, видите, дописываем. Как бы он просит уточнить что-то. И вот год еще он просит. Такая интересная программа. Я ей пользуюсь впервые. Ну, не впервые, а очень редко ей пользуюсь. То есть я сейчас стираю ошибки, которые были в двигателе, в блоке управления. Значит, ошибки мы стерли, видите. Выполнено. Стереть записанные ошибки в памяти. Успешно выполнено. Теперь симуляция, не знаю, что такое. Соединение с ЭБУ. И здесь у нас, значит, данные по прошивке, по двигателю и так далее. Здесь можно делать какие-то тесты и настройки. То есть настраивать. Ну и здесь вот по-английски написано. Кстати, в этой программе, если вы чего-то не понимаете, то вот сейчас я буду активировать этот клапан угольного фильтра. Дальше. То есть, если вы не понимаете, то можно забрать вот этот текст, Ctrl-C, ну, копии, и потом в переводчике поставить куда-нибудь и посмотреть, что же там написано. Теперь возьмем настройки и сбросим все, что, значит, наш блок управления запомнил, все в ноль сбросим и посмотрим, как он будет туда-сюда. Ну, вот я сейчас забираю, потому что некоторые вещи я не понимаю, как написано, а в другой диагностике там своя интерпретация этого дела, и могут быть какие-то непонятные вещи там. Вот, допустим, если у меня ланч показал эту ошибку, что это датчик распредвала, а, значит, уже другая диагностика говорит, что это с фазовращением что-то у вас. А за фазовращение у нас отвечает соленоид, который управляется импульсами. Что-то тут моргает красным. Ну, интересная программа. У того, у кого нет дорогущих мультисканеров, таких как ПАДы, всякие пятые или там Аутели, то и можно запросто такими вещами справляться с автомобилями. И может даже это будет еще выглядеть гораздо круче, чем вы будете бегать с такой. Ну, в принципе, для меня это как бы все равно, я уже в пожилом возрасте, для меня как бы эти понты. Ну, просто мне жалко денег на это выбрасывать. Знаете, бешеные сканеры. Потому что я знаю, что софт, что у сканера гораздо дешевле, что вот у такого дорогого примерно одно и то же все. Ну, может быть, там какие-то добавились функции, которых нету, скажем, у меня. Ну, сколько я сравнивал, допустим, по ланчу и отломов, и оригинальный у меня вот есть, я практически разницы не вижу. Вижу, что оригинальный работает более стабильным. Ну, а теперь давайте посмотрим, как мы нашли датчик распредвала. Вот. Дело в том, что управление, ну, с этих датчиков идет на блок управления. Питание с этих датчиков тоже идет с блока управления, и они, как бы, получается, три на одной шине. То есть, допустим, если я буду кабель трекером смотреть, ну, эти датчики, то получается, что я буду слышать три датчика. Ну, визуально, если я вижу, что датчик находится на коллекторе, конечно, он никакого отношения не будет иметь к датчику распредвала. Вот. Также датчик ДМРВ, то есть, если он там находится, он тоже никакого отношения не будет к распредвалу, тогда, значит, это где-то ближе. Ну, и на этом очень все просто. То есть, надо кабель трекерами пользоваться по схеме в основном.